Для чого прийшов Ісус Христос? Христос – Його є місія. Слово «Христос» – значить «місія». І коли ми говоримо «Христос», ми говоримо, що прийшов місія, прийшов хто-то з місією. І Ісус – значить «Спаситель». Надо часто це діло перефразировать, да? Чтобы мы не забывали, что значит Христос, это Мессия, Спаситель, Спаситель мира. И в первом послании Иоанна, в 3 главе, написано, что Христос пришел в этот мир, и у него есть одна из миссий. Вот, 1 Иоанна, сейчас я это прочитаю. Это, кто помнит, 3 глава, 8 стих. Написано так: кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. И Христос пришел, Сын Божий пришел в этот мир для того, чтобы разрушить дела дьявола. И раз Христос пришел сюда с миссией разрушить дела дьявола, значит, есть дела дьявола. Где-то дьявол поработал, да? Что-то он сделал. Есть какие-то его дела, и его плоды, твердыни. И... Еще с Эдемского сада, начиная 6000 лет, дьявол что-то делал. И Христос пришел в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола. Каждый из нас понимает, что он грешник. Да? И грех – это часть нашей жизни. И если бы не грех, то мы не нуждались бы в Спасителе. Да? И когда мы услышали о том, что Христос – он Спаситель, Иисус – это Спаситель, и он пришел с миссией, чтобы спасти человека, мы откликнулись, наше сердце откликнулось, мы сказали: «Господь, спаси меня». И Господь разрушает дела дьявола, которые в нашей жизни, в нашем сердце. Он разрушает дела дьявола, который созидал эти дела сам сатана на протяжении какого-то времени. О, и это прекрасно, что Христос может разрушить дела дьявола. Так прекрасно. Потому что когда я пришел ко Христу, я помню, когда я спасся, я думал, что никто не сможет разрушить то, что сатана настроил в моей жизни. Мне казалось, я настолько большой грешник, что мне было самому противно от самого себя. Я думаю, ну кто может это все изменить? Как? Это нереально. Я наверное, вот так в этих грехах и останусь, и умру лицемером, грешникам, обманщикам и все остальное. И когда я услышал, есть миссия у Иисуса Христа разрушить дела дьявола, я сказал: «Господь, вот я, Боже, если ты можешь что-то сделать, сделай в моей жизни». Итак, Бог делает миссию, Он разрушает дела дьявола. Следующая миссия, которая описывается в Евангелии от Матфея, 18 главе. Миссия Христа с 11 стиха, это Он пришел, чтобы, это очень уже красиво звучит, Сын Человеческий пришел найти и спасти погибшее. Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И у Христа миссия не только разрушить дела дьявола, но найти и спасти погибшее. И слава Богу за такую миссию. Прекрасно. Это удивительно. Взыскать и спасти погибшее. Миссия его он ищет. Он ходит. И Христос, если так смотреть на его жизнь, он ходил. Он постоянно ходил. Ученики ходили вместе с ним. И он был там, где были эти погибшие. Он проходил возле слепого. И этот слепой спрашивает, кто идет, Иисус Христос. Он начал кричать: «Иисус, Мессия, спаси меня, Сын Давидов».
он всегда проходил, он пришел к колодцу, сел, уставший. И туда пришла самарянка, и совпадение такое, можно сказать. Но она туда пришла, и он начал с ней общаться, и она удивляется. Ты, будучи иудеем, общаешься с нами, самарянами, и он общается. Он пришел найти и спасти погибших. И Христос, Он идет в этот мир для того, чтобы найти и спасти погибших. Он пришел сюда, в Украину, Он пришел в Сирию, в Египет. Он есть везде, и Он ищет того, кто нуждается в спасении. Это Его миссия. И каким образом Христос спасает нас сегодня? В книге Иезекииля есть еще пророчество, в 36 главе, когда Бог обещал человеку, 36 глава, 26 стиха. И 20, может, вот так, возьму, с 23 будем читать. «Освящу великое имя мое, благословляемое у народов, среди которых вы обеславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их. Возьму вас из народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу. Окорплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, сделаю, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». И как Христос еще в Иезекииле обещал, что найду вас, где бы вы ни были, по всей земле, если будете рассеяны, я вас найду. Он пришел найти и спасти погибшие. Он пришел разрушить дела дьявола. Дьявол только убивает. Все, что его миссия дьявола, обманывает, убивает, мучает, ранит людей. Христос пришел для того, чтобы разрушить эти дела и, да, и спасти нас. И написано, дам вам сердце новое, и дух новый дам вам сердце новое. И сатана разрушил сердце человека. И на протяжении 6000 лет сатана разрушал сердце человека. Он настолько разрушил сердце человека, что это сердце не способно действовать так, как Бог задумал. Сердце – это центр нашего мышления, центр принятия решения, центр жизни. Сердце – это самая главная центральная часть нашей жизни. И наше сердце Бог создал так, еще когда творил Адама и Еву, что оно должно было быть наполнено любовью. Оно должно было любить. И когда сатана разрушил эту функцию сердца, да, то это сердце начало ненавидеть, это сердце начало разрушать. И Христос пришел и говорит, я пришел, чтобы найти и спасти, и я дам вам новое сердце. Сердце, которое будет способно любить, которое будет способно думать так, как Бог, принимать решения такие, как Бог принимает решения. Удивительно. И Бог исполняет эту миссию, и Он говорит, я заберу из вас сердце плотяное. И вот эта часть разрушение дела дьявола, что Бог забирает сердце плотяное, сердце разрушенное, сердце больное, и дает нам новое сердце. И в это удивительная миссия, дам вам новое сердце. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедь. Вложу внутрь вас дух мой. И в сердце наше Бог вкладывает духа своего.
И когда в человеке нету Духа Божьего, он и не живет. У него есть вот это каменное сердце, старое разрушенное сердце, которое наполнено разрушением, которое может только разрушать. И вот эта миссия Иисуса Христа о спасении, чтобы говорить, я дам вам новое сердце. Евангелие от Луки, 4 главе. Иисус Христос говорит, когда Он начинает свое служение, Луки 4:18, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, святым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Когда Иисус проповедовал эту проповедь в синагоге, Он пророчествовал, что в Иезекииле говорил, что дам вам новое сердце. Говорит, Дух Господень на мне, я могу вложить этот Дух в ваши сердца. И когда у меня есть это помазание, Он говорит, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Вот. И то, что сделал сатана, он разрушил сердца людей. И Христос пришел в этот мир разрушить дела дьявола, исцелить сокрушенные сердца. Исцелить сокрушенные сердца. И много боли в сердцах человека, в сердцах людей. Люди ненавидят себя в своем сердце. Люди обманывают себя в своем сердце. Люди обворовывают себя в своем сердце. Есть много потерь в нашей жизни, и это боль в нашем сердце. И мы потеряли сына, и это боль в моем сердце. И это сокрушенное сердце. И много боли в моем. И когда я пришел ко Христу, в моем сердце было столько грязи, что я не верил, что Бог сможет что-то сделать в моей жизни. Представьте себе, я родился в советские времена, в Советском Союзе. Это система лжи, обмана. Обманывали сразу с роддома. В роддоме уже начинали обманывать мать. Забирали ребенка, этот ребеночек сам там плакал, моя мама пошла сразу через 3 месяца работать. Никто не интересовался, где будет этот ребенок. И человек растет в этой бой, растет в этом обмане, потом становится шептенятком, октябренком. Он обещает Ленину, который висит на стене и улыбается, быть честным, октябренка. А сам понимает, что это обман, потом становится пионером, потом комсомольцем. И так, до 20 лет уже столько обмана в твоем сердце. Обманы на экзаменах, обманы родителей и так далее. Столько обмана. Я пришел к Богу, потому что я сам себя ненавидел. Мне было противно, я видел свое сердце. Я, когда проходил возле зеркала, я не смотрел в зеркало, мне было противно смотреть на себя. 20 лет, представляете? И я, когда пришел к Богу, говорю, Боже, если ты сможешь омыть, очистить, то сделай это. Я сегодня смотрю на себя в зеркало и нормально себя чувствую. И Бог начал эту работу, эту миссию. Он начал, и он вкладывает дух в наше сердце, он дает нам новое сердце. Сердце, которое способно любить, вот это самое важное. Любить себя, любить Бога в первую очередь, и любить себя, и любить ближнего, как самого себя.
Это старое сердце каменное не способно было любить Бога, любить ближнего и любить самого себя. Оно было не способно. Оно способно только ненавидеть то, что сделал сатана еще в Эдемском саду. Сегодня столько ненависти в мире, потому что в сердца есть старые сердца у людей. Войны, потому что у людей старые сердца. Эти каменные сердца. Люди оружие придумали для того, чтобы уничтожать себе подобное. А Бог пришел для того, чтобы исцелить, найти и спасти погибших, чтобы дать новое сердце. Это удивительная миссия. Итак, Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. И Господь говорит, Бог Духом Святым помазал меня говорить, проповедовать Слово, рассказать людям истину. Исцеление, новое сердце – это новое Слово. Это слова, которые Бог вкладывает в наше сердце. Это другой способ мышления. Это я могу сказать своей жене, что ты самая плохая. Это ошибка, что я женился на тебе. Или могу сказать, ты у меня самая красивая, самая прекрасная. И это не ошибка, что я женился с тобой. Это самый прекрасный день и самый счастливый день в моей жизни. Я могу сказать так и могу так. И если мое сердце каменное, то я скажу слова, которые разрушают мою жену и мою семью. Если мое сердце плотяное, и Дух во мне, и Дух Святой говорит слова Иисуса Христа, я говорю слова любви и созидания. И я не могу сам штучно себя заставить это говорить, как Кашпировский говорит. Давайте будем оптимистически говорить. Это нереально. Человек не может себе внушить говорить что-то правильное и хорошее, потому что слова исходят от сердца, а не из разума. Если оно только из разума, то это не работает в жизни. Слова на самом деле уходят из сердца. Итак, Бог говорит, что эти слова, которые Он говорит, они исцеляют, и они освобождают пленных, они открывают глаза слепым, отпускают измученных на свободу. Сатана 6000 лет мучает человека в его сердце. Человек мучается в своем сердце. Самый большой враг для человека – это я сам. Знаете, так как я себе боли причиняю, никто мне столько не причиняет. Так как я себя могу обидеть, никто меня в жизни так не обидит. Это я сам себя обижаю и раню. И это тюрьма, в которую попал человек. И Бог говорит, я проповедую Слово, которое исцеляет, освобождает пленных из этой тюрьмы. И проповедовать лето Господне благоприятное. И лето – это уже новый сезон, это новый период. И лето Господне. Мы любим лето, да? Мне нравится лето, особенно в Одессе. Это там очень красиво. И Деяния апостолов, в 7 главе, когда Стефан проповедовал, диакон Стефан проповедовал слово, это была первая и последняя его проповедь, но он видел Бога, это удивительно, он видел Иисуса Христа, и его проповедь, это удивительная речь. 44 стиха, не будем, а все добро говорить. Деяния 7:44. Стефан говорит к Израилю, у которого черствое сердце. Скиния свидетельства была у отцов ваших в пустыне, как повелел говоривший Моисею, сделать ее по образу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взявши ее, внесли во владение народов, избранных Богом от лица отцов ваших. Так было до дней Давида.
Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Якова. Соломон же построил ему дом, но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит пророк. Небо престол мой и земля подножие ног моих, какой дом сожизните мне, говорит Господь, и какое место для покоя моего. Не моля ли рука сотворила все сие? Жестоковейные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши, они убили предвозвещавших пришествие праведника, которого предателями и убийцами соделали ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили, слушаясь ее, они рванулись сердцами своими и скрежетали на него зубами. Вот это сердце человека. Бог избрал народ Израиля для того, чтобы показать всему человечеству, какое сердце у человека. И народ, который Бог избрал, он настолько был ожесточен, жестоковейные люди, говорит Стефан, люди с необрезанным сердцем и ушами, что они смогли распять самого Мессию, того, кто пришел с этой миссией спасти человека. И такое сердце человека, если у народа Божьего было такое человек, то у всех людей сердце каменное, жестоковейное, грешное. И это дела дьявола. Сатана ожесточил сердца людей. Еще в Эдемском саду Сатана разрушил сердце человека. Это сердце не способно любить. Это сердце не способно мыслить Бога. Оно не способно принимать решения, такие решения, чтобы созидать. Оно принимает разрешение, разрушение. И Стефан, он говорит эту проповедь народу Божию. И он говорит, что есть Давид. Так было до дней Давида. И Давид обрел благодать пред Богом. Сей обрел благодать пред Богом. Как Ной обрел благодать пред Богом, и Бог сохранил его жизнь и жизнь его семьи в ковчеге, так Давид обрел благодать пред Богом. Удивительная вещь. И как он обрел благодать у Бога? Он сказал, я хочу построить Богу дом. И мы проповедовали в воскресенье эту проповедь. 2 Самуила, 7 глава. Давид говорит, я хочу построить Богу дом. И пророк Натан говорит, делай все, что у тебя в сердце. Но ночью Бог пришел к Натану и сказал, скажи Давиду, что не ты построишь мне дом, а я построю дом для тебя. И вот это желание построить дом, Бог явился Давиду и говорит, я буду созидать твою жизнь, я буду созидать твое сердце. В Евангелии от Иоанна 14 главе написано, что Христос говорит, что кто любит меня, тот слово мое будет хранить. И мы с Отцом придем и обитель его сотворим. И в том любовь к Богу, что мы храним его сердце, его слово. И когда человек хранит слово Иисуса Христа, то вот эта удивительная благодать, которую мы находим, начинает действовать в нашем сердце. Мы принимаем Слово Божие. И это Слово, которое говорит Христос, оно вселяется в нашем сердце. Оно начинает вселяться в нашем сердце. И говорит Христос, Дух помазал меня проповедовать вам это Слово, чтобы сокрушенное сердце исцелить. И вот это Слово благодати от Иисуса Христа, оно исцеляет наше сердце. Когда мы слышим Слово благодати, то это слово проникает в наши сердца, и оно дает нам новый способ мышления. Мы начинаем любить Бога, влюбляться в Бога. Бог говорит, я люблю тебя таким, как ты есть. Ты мой царь и священник, ты мое творение. Это слова Иисуса Христа, это слова благодати.
И когда я принимаю эти слова, то старое сердце, каменное сердце исцеляет Христос. Потому что я на самом деле не любил Бога, я не любил себя и не мог любить себе ближних. И когда мы говорим слова из старого сердца, то мы меняем людей. Мы их запугиваем, мы их обижаем, мы хотим их уколоть глубоко где-то. Или хотим их так напугать, чтобы он настолько боялся Бога, ада и потери спасения, чтобы он жил уже правильно. Но это не Христос, это не благодать. Если человек боится, что он потеряет спасение и поэтому ходит в церковь, то это хождение никому не надо, на самом деле. Потому что если я люблю Бога и хожу в церковь, это прекрасно для Бога. И написано, что вы возродились, у вас новое сердце, вы родились от Духа. И каждый, кто родился от Духа, уже не грешит. И я не грешу не потому, что я боюсь пойти в ад, а потому что у меня новое сердце. Новое сердце. Я не говорю своей жене, ты плохая, не потому, что у меня старое сердце, а потому что я знаю, что она новое творение, и у меня есть новое слово для нее. Я говорю то, что ее созидает. Говорит, ты моя бубочка. Знаете, вот такое слово. Мой Самуил постоянно говорит моей Алине, он ее обнимает и говорит, ты моя бубочка. Вот так, я не знаю, где он это слово взял. Но мне нравится то, как он называет свою маму и целует ее, и обнимает. И это новое сердце, когда мы можем говорить уже слова, которые созидают. Так прекрасно. Это удивительно. И Давид нашел эту благодать у Бога. И Бог говорит, я буду созидать в твоей жизни вот этот дом. И я благословлю тебя и все потомство твое. Так, как Бог благословил Ноя и всю семью его. Итак, Бог благословляет своих детей сегодня через Иисуса Христа, потому что мы имеем новое сердце. В Псалме 50, 12 стих Давид молил в Псалме: «Боже, сотвори во мне сердце чистое, сотвори во мне вот это чистое сердце». А Евангелие от Матфея, в Нагорной проповеди, Христос говорит, что чистое сердце Бога узрят. Если мы хотим увидеть Бога, нам нужно чистое сердце. Мы не можем увидеть Бога каменным сердцем. Но когда у нас есть чистое сердце, мы видим Бога. Когда? Когда мы бы кинули камень, а мы даем благодать. Когда бы нам хотелось сказать какую-то гадость, а я говорю слово созидание. Когда мне бы хотелось побить, а я говорю, я тебя прощаю. И вот это новое сердце, я вижу Бога в этом, потому что я себя знаю до 20 лет, каким я был. Я теперь не узнаю себя, потому что Бог дал мне новое сердце. Это удивительная миссия Иисуса Христа. Он Спаситель, Он исполняет миссию спасения. И на завершение в Евангелии от Луки есть притча, которую Христос сказал. Притча о почве. Вы помните, да? Должны помнить, что Царство Божие, оно подобно семени, которое попало в почву. Один стих только прочитаю. Сейчас. Восьмая глава тут, чтобы не так. Самотвин. А, вот есть. Когда же собралось, с 5 стиха можно дать. Когда же собралось множество народа из всех городов, жители сходились к нему, он начал говорить притчи. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге,
И было потоптано, и птицы небесные поклевали его, и ноги упала на камень, и взошел засох, потому что не имела влаги. И ноги упала между тернием, выросла терния, заглушила его. И ноги упала в добрую землю, взошло и принесло плод вторичный, сказав все, возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. И Христос рассказывал эту притчу, он проповедует слово, к нему собираются тысячи людей. Он говорит, сердце человека, оно как камень. И когда слово мое попадает в сердце человека, есть три вида почвы. Или оно попадает в твердую почву и не приносит плода, или как на камень не приносит плода. Или оно как в добрую землю, упало в добрую землю, и когда взошло, принесло плод. Христос объясняет значение этой притчи. Упадшие, 15 стих, в добрую землю – это те, которые, слушавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении, сказав это, возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Вот эта добрая земля, это плотяное сердце, это новое сердце, которое способно принимать слово от Бога, которое может слышать слово от Бога. И когда я слышу это слово, я размышляю над этим словом. Я уже 25 лет слушаю слово Христово. И мне нравится слушать проповеди. Мне нравится слушать слово о благодати, потому что я где-то услышу это слово, я иду домой, я думаю над ним, я размышляю. Думаю, насколько благодать Божья великая, насколько Бог прекрасный. Я радуюсь. Вот это слово попадает в мое сердце, и оно там остается. И оно начинает расти. И таким образом Бог дает мне новое сердце, которая способна слышать слово, размышлять над этим словом, а потом жить этим словом и говорить людям это слово. Это удивительная вещь, потому что до спасения я мог только нахамить, наверное, самому себе в первую очередь. Вот это удивительно, как Бог вселяет в нас свое слово. И Колоссян 3 глава 16 стих, мы опять к этому стиху возвращаемся, который мы говорили. Воскресенье – это стих, о котором я размышляю уже целую неделю. И мы на радио тоже говорили в понедельник с пастором Андреем об этом стихе. Это удивительный стих. Сейчас я найду только послание Колоссянам. 3 глава, 16 стих. Слово Христово, да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Слово Христово, да вселяется в ваши сердца обильно. И слово благодати, которое Христос принес, если мы его слушаем, оно касается нашего сердца, и оно проникает туда, как в добрую почву, и оно там приносит плод. Бог дает нам новое сердце, новый способ мышления, новые отношения к Богу, к самому себе и к другим людям. Новые отношения, новое сердце – это так прекрасно. Господь Боже, спасибо Тебе за Твое Слово, которое Ты принес в этот мир, Слово, которое не осуждает, не убивает, Слово, которое исцеляет, потому что Ты пришел найти и спасти погибших. Ты пришел разрушить дела дьявола, который насеял в наши сердца столько злости, обмана, ненависти. Ты разрушаешь эти дела дьявола, Боже, и Ты созидаешь Слово Свое. Спасибо Тебе за Твое Слово любви и благодати нам, что Ты любишь нас, Ты заботишься о нас. Ты никогда не оставишь, не покинешь нас. И никто не сможет выхватить нас Твоей руки, Боже. Это вечное спасение. Нам не надо переживать. Мы доверяем.
благослови каждого, кто здесь, пускай это слово принесло.